В ближайшее время всем школьникам республики, имеющим право на бесплатное горячее питание, начнут выдавать единые продуктовые наборы за май. 18 тысяч сухпайков доставят во все районы Карелии Почта России. Они начнут поступать в школы уже на этой неделе. Набор стандартный, единый, по тому списку, который будет вложен в коробки. И сами родители, получив этот набор, также могут проверить, проинспектировать, посмотреть сроки годности производителя. И чтобы то, что в коробке, соответствовало тому списку, который будет вложен. В наборы включены крупы, макароны, сладости, консервированная говядина, овощи и рыба, подсолнечное масло, брусничный морс, сахар, чай и молоко длительного хранения. Значительная часть продуктов произведена в Карелии. Что очень важно, есть продукты карельского производителя. Сегодня поддержка бизнеса, поддержка карельского производителя очень важна. И мы знаем, что карельская продукция очень качественная. Расчет продуктов для сухпайка произведен, исходя из количества всех учебных дней месяца. Поэтому дети, которые уже вышли на каникулы, получат такую же поддержку.